Здравствуйте, я Андрей Тарасенко и компания «Сенцовские грибы». Сейчас я покажу вам, как мы измельчаем солому. Вот, измельчаем мы вот на этом аппарате, на соломорезке. Вот, об ее устройстве мы расскажем в другом ролике. Вот, а вот перед вами вот эта сена, закатанная в рулон. С этого сена я беру солому. Вернее, беру эту солому, складываю возле соломорезки. И сейчас я включу ее и покажу, как она попадает туда и что с ней там получается. Она Вот такая рубленная фракция очень хорошо идет для приготовления субстрата. Затем мы затариваем вот в обычные мешки и складываем для подготовки ее дальнейшего замачивания, прожарки, проварки и дальнейшего подготовления субстрата. Вот на